Шеф-повар Максим Григорьев. Салат из вареной красной рыбы. Салат с приятным вкусом и большим количеством грубых волокон, благодаря корню сельдерея. Отварная рыба не содержит лишних жиров, что делает салат легким и весьма приятным. Такой салат не стыдно подать и к праздничному столу. Я рискнула добавить в майонез немного соевого соуса и устричного, и не прогадала. Простой состав и возможность быстро приготовить делают салат привлекательным для занятых дам. Прекрасно подойдет для романтического ужина или вечеринки на скорую руку. Время приготовления – 20 минут. Ингредиенты. Горбуша свежая 400 грамм. Корень сельдерея 200 грамм. Лук зеленый 70 грамм. Майонез 4 столовые ложки. Перец белый молотый 1 щепотка. Соль 1 щепотка. Соус соевый 2 чайные ложки. Соус устричный 1 чайная ложка. Яблоко 1 грамма. Яйца куриные 2 штуки. Шаг 1. Приготовим рыбу. Если рыба замороженная, как у меня, то ее необходимо разморозить. И еще понадобятся яйца, яблоко, лук зеленый, корень сельдерея, майонез, соль, перец, соусы устричные и соевый по желанию. Можно использовать немного лимонного сока, чтобы избежать потемнения яблока и дольки лимона для оформления. Шаг 2. Рыбу почистить и отрезать 2 куска. Поставить варить до готовности в подсоленной воде. Шаг 3. Готовую рыбу выложить на тарелку и дать остыть. Шаг 4. Сельдерей очистить и нарезать на терке для корейской моркови короткой соломкой. Шаг 5. Зеленый лук мелко накрошить и добавить к сельдерею. Шаг 6. Яйца отварить и нарезать, добавить в миску к овощам. Шаг 7. Рыбу отделить от костей и шкурки, разобрать на мелкие кусочки и добавить в салатник. Шаг 8. Яблоко потереть на терке для корейской моркови, кусочки должны быть такие же, как и сельдерей, короткая соломка. Сбрызнуть яблочную соломку лимонным соком, чтобы яблоко не потемнело. Все перемешать. Осталось только заправить салат. Шаг 9. Для заправки возьмем майонез, соевый соус и устричный. Все перемешаем. Шаг 10. Добавим заправку в салат, попробуем и, если необходимо, то добавим соль и немного перца. Оформим салат с помощью кулинарного кольца и украсим лимоном и зеленью. Подавать немедленно. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.